Резким снижением индекса IBEX 35 закрылись в понедельник торги на мадридской бирже на фоне неопределенности, воцарившейся в Испании после прошедших в воскресенье парламентских выборов. Оно составило более 3,5%. Аналитики отмечают, что самые крупные потери касались акций банков и государственных компаний. На рынках страх и неуверенность. Вчерашние результаты продемонстрировали общую неопределенность. Каким будет правительство или возможные союзы, неясно. Левые партии могут заключить союз с Подемос, и это неутешительно, потому что действия этой партии нелогичны и непредсказуемы. Торги на других европейских биржах были отмечены невысокой активностью в преддверии Рождества. Эта торговая неделя завершится уже в середине дня в четверг. Продолжающееся снижение цен на нефть вынуждает инвесторов действовать осторожно и не позволяет основным европейским индексом двигаться вперед. В среднем они потеряли по проценту.